Прошло немного времени после возвращения Дюрера на родину, а имя его уже стало известно. В Нюрнберг приехал курфюрст Фридрих Саксонский по прозванию Мудрый. Он прослышал о Дюрере и пожелал посмотреть его работы. В сопровождении свиты Фридрих посетил мастерскую художника. В городе об этом было много разговоров. Редкие мастера удостаивались такой чести. Курфюрст Фридрих был человеком умным и наблюдательным. Он заметил, с каким живейшим вниманием художник всматривается в лица его приближенных. Он и сам на себе поймал пристальный взгляд почтительно потупленных глаз. Ему понравились не только работы, но и сам Дюрер. Он сделал ему большой заказ. В том числе художник должен был написать его портрет. «Да, конечно, его высочество выберет время, чтобы позировать для наброска», – подтвердил придворный, который принимал участие в переговорах. Так появилась эта замечательная гравюра на меди – портрет саксонского курфюрста Фридриха Мудрого. Здесь молодой художник показал, как мастерски он владеет всеми приемами гравировки. Какие мягкие и легкие светотени, так точно передана фактура, вьющаяся борода и мех дорогой шубы, мягкое сукно берета и изысканная ткань рубашки. Вместе с тем Альбрехт Дюрер передал характер Фридриха Мудрого, его целеустремленность и волю, врожденное благородство и ум.